Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Битва Чемпионов от Marvel. И у нас готовый кристалл, давайте посмотрим, что нам выпадет из него. Так, это у нас на хилки, на воскрешение и на золото. И что же нам подсунут? Давай что-нибудь путевое. Золото, сколько? 750, ну в принципе сгодится. Ладушки, хорошо, что мы еще можем здесь с вами взять? Ага, ничего больше нам не дают. Ладно, я не в обиде. Здесь нам тоже, к сожалению, ничего не дают. Очень жаль, конечно. И в законченных то же самое. Ладно, события одиночек тоже тишина. Хорошо. Так, ладно, ребят, давайте, наверное, мы с вами уже будем непосредственно переходить к боям, да? Здесь у нас что, отправиться? Никуда я не буду сейчас отправляться. Друзья, ё-моё, у меня столько друзей, я даже и не знал. Передай привет в видео. Вот, в принципе, я тебе и передаю привет. Мосс-93. Привет тебе. Так, приглашение в союз. Спайдер-альянс. Приглашает меня вступить в союз. Ну что же, давайте попробуем. Слушайте, а я забыл, а я состою в союзе или нет, ребят? Чё-то я все позапамятовал. А по-моему, да, я нахожусь именно вот в союзе все студенты. В плане, это студенты или что? Блин, мне придется, по всей видимости, покинуть, да? Чтобы я мог, конечно же, войти в новый. Тут, смотрите, 45-й, 50-й. В принципе, ребята здесь довольно сильные. Но я не знаю, по-моему, у них там 30 из 30. Для меня здесь места уже вроде бы нет. Ладно, давайте проверим. Так, покинуть. Эх, ребята из группы, все, не обижайтесь на меня. Все это делается не со зла. Ладно, покинуть. И вступить. Вступить в союз. И что же мне? Да, в союзе нет свободных мест, ребят. Я, получается, зря вышел. И оттуда вышел, и сюда войти не могу. Ладно, давайте посмотрим. Может быть, где-то здесь примут меня. 29 из 30. Есть одно местечко свободное, но, по-моему, сразу здесь не возьмут. Насколько я помню, да. А, нет, смотрите-ка, вступил я. Ха-ха. Хорошо. Просто раньше здесь было как? Отправляешь запрос, его обрабатывает глава, потом тебе дают согласие или нет. Ну, а здесь все получилось, как видите, легко и просто, и довольно быстро. Так, ну что, давайте с вами заходить в задание событий. Мы закончили вот здесь. Ага, полночный удар, глава вторая. И я так понял, я, да, сделал эволюцию, и кошмар у нас здесь остался. Фух, будем проходить кошмар. Команду я оставляю прежней, не буду я ничего менять, они меня вполне устраивают. Пока других игроков у меня нету, будем ждать. О, хорошая работа, призыватель. У тебя есть камень Эва, а он опять это делает? Кто? Кто опять делает? А, Спайдермен? И снова здравствуй, призыватель. Хорошо, что ты получил еще один камень бесконечности. Осталось лишь 3 камня. И хотя мы все еще не уверены, что делает последний камень, у нас есть зацепка, где он. Тогда говори мне быстрее, где же этот камень? Жанин Саваш, наверное, ты знаешь ее как гильотину. Она много времени уже снабжает нас информацией. И, возможно, она уже знает, где найти последний камень. Она нас ждет. Так давай ее быстрее навестим. Я привел тебя туда, где капитан Роджерс и Т'Чала ищут камень кошмара. Помоги им, и я снова перенесу тебя к нам. Это, по-моему, не Спайдермен говорил, это кто-то за него. Такое ощущение у меня почему-то взялось. Ух ты, опять здесь у нас выбор. Ребята, куда нам с вами двинуться? Вверх или вниз? Влево или вправо? Я, наверное, склоняюсь идти вниз. Но только не по первой дорожке, а, скорее всего, по второй. Да, смотрите-ка, здесь новые персонажики у нас есть. Оу, кто это у нас такой? Так, нет, здесь, ух ты, это Танос у нас, что ли? Похож, но, по-моему, это не он. Так, ладно, ребята, давайте пойдем с вами на вторую строчку будем переходить. Здесь Халк, нет, это я не хочу. Это меня не интересует. Вот сюда мы с вами передвинемся. И пойдем, наверное, вниз. Смотрите, это что за демон у нас такой, а? Ха-ха. Так, ну, этих ребят мы уже видели наполовину. Так что они... Вот этого только не видел, конечно, похожего на Таноса, по крайней мере, по обличию.
А вот этого демона я не видел, даже не знаю, кто это такой. Думаю, стоит на него напасть. Посмотреть, кто это такой, что за олух. Поехали. И кто же это? А это у нас Мефисто. Ё-моё, что это такое? С кнутом он там, что ли? Хорошо, давайте... Нет, Гамора не пойдет. Вот Кейбл будет самое то. Ну, надеюсь, порвем. Надеюсь, конечно. Поехали. У нас 3 звезды, а у него 2. Угу. Так, смотрите. Опа, опа, ничего. Ого-го! Ты что такой гигантский-то стал? Эй, браток! Это у тебя такие удары? Смотри-ка, и довольно крепкий сосунок. Да ты достал ты уже меня, Мефисто. Ты посмотри на него, а. Вот он жарит. Да ё-моё, я огнем испепеляю. Да хорош ты уже. Ребят, я могу тут проиграть, я думаю. Блин, у него 2 звезды, но он мощнёвый парень. Так, хорошо. Так-так-так, тихо-тихо. У меня, ребят, скоро суперудар накопится. Самый мощный, я его, естественно, буду сейчас применять. Вот так, хопа. А вот это ты зря сделал, Мефисто. Выкуси. Так, осталось только добить. Оу-оу-оу, ничего себе у него реген стоит. Нет, никуда ты отсюда не денешься. Я тебе не дам здесь. Оу-оу-оу, разгуляться, сосунок. Есть. Слушайте, ну мне понравился. Я бы хотел бы себе такого персонажа, если честно. Такой довольно специфический, с кнутом, огнем жарит. Тут еще всякие штучки-дрючки у него. О, ребята, смотрите, кто нас ожидает впереди. Ха-ха, богиня смерти. Ладно. Как ее там, Хел? Хель. Ну да, она и есть. Кого бы взять-то мне, а, против тебя? В принципе, ты не такая уж и мощная. Я думаю, может быть, даже Гамора могла бы справиться. Эй, погоди, погоди. Дай мне вернуть это все. Да, пожалуй, я ее и возьму. Посмотрим, что она из себя представляет. Поехали, ребятушки. Ух, собрались. Ну, ова она. Ну, как обычно, она со своими мечами здесь. У нее, смотрите, сопротивление физ урону. На, узнаю эти старые никчемные копишки. Тихо, тихо, тихо ты. Вот так вот, ребята, моя ошибка может мне стоить жизни. Так, тихонько. Давай, 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 давай. Блин, да что ж такое, опять не то. Ты смотри, какая юркая. Захотела она сейчас суперудар. Нет, ребят, перехват, перехват. И только перехват нам поможет здесь. Вот. Фу, добили. Главное, что справились. Это была наша единственная задача. Ну, мы с вами двигаемся дальше. И ох ты, а такого чувачка я еще не видел. Кто это у нас вообще такой, а? Давайте-ка посмотрим. Сообщение новое поступает к нам. Баги, прикрой нас на 6 часов. Нам надо двигаться группой, чтобы... Чтобы что? Призыватель, Стрэндж говорил, что ты скоро будешь рядом. И ты как раз вовремя. Ну, естественно, вовремя. Капитан Америка, куда же я мог деться? Стив, то, что ты хочешь сделать, небезопасно. А разум Баги все еще может быть повержен манипуляциям. А камень кошмара специально создан, чтобы помешать тебе мыслить нормально. Да, вроде бы он адекватный, как я посмотрю. А что насчет Халка? Мы видели, что происходит, когда к нему кто-то в голову залезает. И он куда опаснее, чем парень с металлической рукой и парой пушек. Ну, Халк для меня не проблема, в принципе. Ты знаешь, что это не одно и то же. Ага, вот и Халк. Разум Халка не бояться, Халк думать об одном. Халк ломать. Все бы тебе ломать постоянно. Я не беспокоюсь ни о ком из нас. Кроме того, с помощью Шури психика Барнса почти восстановилась. А кто такой Барнс? Я же что-то забыл. А теперь к более важному делу. Камень кошмара. Ага, мы, значит, с вами охотимся за камнем кошмара. Видимо, мы здесь соберем все камушки. И интересно, что произойдет. А здесь у нас Гамбит. Кто такой Гамбит, а? Надо будет посмотреть Википедию. Уж очень мне интересно. Вообще, обожаю, когда появляются новые герои, которых не знаешь. Так. Слушайте, ну, не такой уж он и ватный, как я думал. И он у нас с шестом. Видимо, шест-то непростой, а какой-нибудь... Воу-воу-воу! Так, неплохо для начала, я скажу. Да ты успокойся, блин, а? Гамбит. Сейчас я тебе шах и мат-то поставлю. Да-да-да-да-да, именно здесь. Оу, вырвался. Нет-нет, обратно иди. Хе-хе. Обратно в свою скалу. Победа.
Я даже не сомневался, что у нас это все получится. Так, хорошо, двигаемся с вами дальше. Оу, старые знакомые. Так, трехзвездочный у нас сундук здесь выпал. Привет, свистулька. Йонду. Слушайте, у Гаморы, да, классовый бонус, поэтому будем, наверное, играть именно ей. Гамора и Йонду. Почему бы и нет? Кстати, у нас, по-моему, в прошлой серии уже был один такой поединок. Да-да-да-да. Свистулька тебе на этот раз не поможет, Йонду. Я тебе точно это говорю. Ха-ха-ха. Свистит там, а? Опа, мимо-мимо. Ох, ты гаденыш, пробил все-таки, на. Так, ты запарил меня, если честно. Ох, ничего себе раздухарился, братиша. Не на шутку. Просто надо, ребят, поменьше пропускать удары, а это означает, что побольше вставать в блок. И не спешить. А это-то еще кто такой, а? Кто это, я вас спрашиваю? Карнаж? Слушайте, он больше похож на Венома. И Человек-паук. Что-то такая смесь. Но это какой-то Карнаж. Интересно. Ну-ка, иди сюда, Карнаж. Оу. Неплохо начал, но, ребята, у него шансов нету против зверя. Вы видите прекрасно, как я его хорошо довольно разбираю. Я хочу сделать ему удар. Вот так вот, отлично, у меня получилось. А еще есть. Так, пора заняться плотную. Ну, конечно, не так плотно, но все-таки. Все, победа за нами. Продвигаемся с вами дальше. Здесь у нас будет босс. А вот с этой дамочкой мы уже встречались. Я уже забыл, как ее величать. Ну, сейчас нам... А, Мэджик, да, конечно же, это Мэджик. Слушайте, она легенькая, и поэтому мы ее сейчас быстренько пик-пик-пик и в отстой. И дальше пойдем уже с вами разбираться. На мосту драка у нас. Так. О, да она вообще легкотня. Вы посмотрите. Я еще и кровотечение на нее повесил. Все, она истекает кровью. Бум. Согласитесь, это вообще самый, по-моему, быстрый бой у нас был. Я только начал разминаться, а она уже лежит. Так, ага. Вау, длинная дорога, ребята, нас ждет. Поехали собирать. Опыт, 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 деньги. А вот кто это такой? Сообщение опять. Шури отслеживает, где он. Давай, вот наша связь, поговори с ней. А где Шура? Я не вижу никакого Шури. Доктор Вуду. Ого. Доктор Вуду, откуда он взялся вообще, а? Наверное, из фильма «Черная пантера». Может быть, он там, оттуда, из той стези. Ну? Ух ты, да ну ты. Доктор... Доктор Вуду. Доктор Легкотня. Вот как я бы его назвал. Что-то он вообще быстро как-то так растворился от моих ударов. А вот, ребята, и босс у нас. И это кто такой, интересно? Или кто такая? Чела, ты тоже это видишь? Да, и Чала видит, и вижу я. Это Проксима Полночная. Ху-ху. Проксима, значит, это девушка получается. Ну что ж, давай попробуем, посмотрим, что это за Проксима Полночная. И не пора ли ей отправляться на покой. Слушайте, ребят, по-моему, пора. Две звезды ее, естественно, здесь не спасут. Жаль, конечно, мы не увидели, какие она еще может плюшки там делать. Но я думаю, что это не последний герой, который так быстро у нас отдуплится и уйдет во свояси. Так, мы прошли с вами кошмар. Очень-очень хорошо, я этому рад. Ну, как-то быстро, хотелось бы немножко подольше. Но, к сожалению, у меня, ребят, сейчас времени немножко в обрез. Надо кое-что сделать. Но думаю, что следующая серия как можно быстрее выйдет. Так что, ребятушки, будем на этом завязывать. Всем большое спасибо за просмотр. У нас третья глава «Смерть разлучит нас». Мы обязательно ее пройдем как можно быстрее. Ну, а на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам, ребята!